Красноярск занял 1409 место в рейтинге самых грязных городов мира. Его ежегодно составляет компания IQR. Данные сегодня опубликованы на официальном сайте. Так, средний показатель по пыли за год составил 14,7 микрограммов на кубометр. Это самый низкий показатель для Красноярска с 2017 года. Полгода воздух в Красноярске оценивался как соответствующий требованиям Всемирной организации здравоохранения, а в зимние месяцы как умеренно загрязненный. Для сравнения, в самом грязном городе мира, китайском Хотане, показатель составил более 110 микрограмм на кубометр. Это в 7 раз больше, чем в Красноярске. Именно на основании данных этого сайта Красноярск время от времени называют самым грязным городом мира. Так ли это? И стоит ли наш город называть самым грязным? Можно ли верить этим данным рейтинга? Об этом во вторник в новостях 7 канала в 19:30 в специальном репортаже Дины Володиной.